Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня у меня возник очень такой сложный вопрос для самого себя. Сложно ли жить в одной квартире с блогером? Учитывая, что я жил со своими родителями, мне кажется, что это сложновато. Постоянные крики из соседней комнаты. Сидение в своей комнате 24/7. А это значит, что мусор вынести некому, посуду помыть некому, ужин приготовить некому, кровать застелить некому, вещи постирать некому и прочее. Я очень сожалею, так же, как мне моя мама говорила, то, что, мол, Эдичка, мне очень жаль твою будущую девушку или твою будущую жену. Да мне на самом деле самому уже стало жаль, потому что я не представляю, кто и как меня готов терпеть. Задрота. Блогера. Хоть я и стараюсь сделать по дому как можно больше всего хорошего и полезного. Но, наверное, моей будущей жене, как моя мама говорила, действительно не повезет со мной. А в этом ролике мы с вами узнаем, сложно ли все же со мной жить в одной комнате, в одной квартире, в одной хате. Добро пожаловать в игру «Симулятор соседа». Давайте мы приступим. В этой серии я буду жить как раз таки с девушкой, со своей будущей якобы женой. Или же это просто как пример. Знаете что, давайте мы изначально поставим лайкусик. Ставь лайкусик, если бы ты хотел жить с каким-то блогером. И ставь огромный палец вверх, если бы ты не хотел жить с каким-нибудь блогером. В любом случае, палец вверх — это очень приятно. Вот смотрите, вы ставите палец вверх, а у меня сразу улыбка на лице появляется. Вы не ставите палец вверх, мне сразу грустно. Палец вверх, лайк, улыбка, грустно. Короче, что я с вами как с детьми? Вы же не дети. Вы же уже взрослые и умные. Короче, что мне нужно делать, да? Это моя будущая жена. Жена, да? Тебе пирсинг на стуле, мне кажется. Нет, это просто мне кажется. А почему ты в своих кроссовках Adidas, Абибас ходишь дома, а? Я как бы все понимаю, да? То, что девушка должна меня пилить. Но, наверное, в этой серии я тебя буду пилить. Сними кроссы, сволочь. Пол чистый. Я уборщицу 2 часа назад вызывал. Крутится, вертится. Слушай, я не понимаю, почему такая огромная чувствительность мышки? Я ее даже не могу меньше сделать, потому что тут настройки меню нет. Кто вообще может играть с такой чувствительностью мышки? У меня сейчас эпилепсия просто случится, если я вот так играть буду. Вы понимаете, что мне нужно по 1 миллиметру мышкой передвигать, чтобы не сойти с ума? Ты сейчас за мной наблюдаешь, курица? Так, в смысле, ну я как бы никого не буду так... Ты можешь жрать хочешь? Держи батон. В смысле, почему ты? Ты что? Смотрите, она меня атакует. Я тебе еду принес. Держи. Вот. Ты еще хочешь жрать? Слушай, я как бы все понимаю, да, но хватит. Ты жирная, как пельмень станешь. Держи, покушала. А все, она рада. Вот там сверху, в том углу, можно заметить то, что она с высунутым языком. Я не знаю, может, у нее какая-то аллергия. Она смеется. Так убери кулаки, что ты мне угрожаешь? Смотрите, что-то ей не нравится. Что ты? Может, тебе кофеек? Держи кофе. Ай! Я. Куда кружка исчезла? Давай мы с тобой фильмец посмотрим. Давай. Friends. Друзья! Давай, бой на подушках, бой на подушках. Опа! Не нравится тебе? Ну давай садись. Чувствуешь себя как дома, ты же дома дура. Садись, посмотрим с тобой фильмец. Садись. Руки, да, опусти. У меня на самом деле за такое время руки бы уже просто затекли. Я не понимаю, как она до сих пор их держит. Садись! У нас диван дома есть! Вот! Белый! Чистый! Посмотрим сериал! Нет? Ладно. Мы... Ага. Заправить кровать. Я кровать заправил. Кто баба в этом доме? Я или ты? Кто должен кровать заправлять? Слушай, не... Вот... Это ей со мной повезло, а не мне с ней повезло. Как я тебя вообще терплю? Ты же ничего дома не делаешь. Ты же 24/7 просто стоишь посередине комнаты и вообще ни хрена не делаешь. Это я тут все делаю. Я убираю ванную. Вот, да. Чищу ванную. Чищу ванную. Потом чищу раковину. Вот. Вот. Потом чищу ту... Пардон, я насрал в унитаз! Так, а как смыть, пока она не заметила? Как смыть? Как смыть? Как смыть?
Ты, ты что, дура, меня пугаешь? Это не я насрал. Это Масик. Это кот наш. Масик насрал. Я тебе зуб даю. Ты не спрашивай, почему так много кокошонцы. Я сам не знаю. Я не знаю, чем ты вообще нашего кота кормил, а? Почему он так много... Я тебе... А, у нас нет кота. Тогда я вообще... Это мать твоя! Мать твоя пришла к нам в гости, насрала тут. Я тебе зуб свой даю, это не я. Да есть у нас кот. Чё ты выпендришься? Ты забыла, Масик? Сколько ему уже лет? Сколько он с нами живет? Уберись, говно проклятое. Как его смыть, а? Это не я был, я сейчас помою. Мусор, я вынесу мусор. Вынесу мусор. Мусор вынесу, мусор не выносится. Я все тут помыл, я все помыл, девушка моя будущая, я все помыл. Держи стаканчик кока-колы. Да я не хотел бросить, ты. Да я тебе. Воу! Слышь, курица, руки опусти, я все подниму, чё ты выпендриваешься? Он опять испарился куда-то. Смотри, она бог... А если я? Ты думаешь, я карате никогда... Не занимался я карате? Размахала своими ручонками. Все, хватит меня бить. Посмотрите, какая она жесткая. Может, тебе опять еды дать? Еда пропала. Так, а может, просто ее пожарить нужно? Может, еду просто пожарить нужно? Да. Куда все пропадает? Слышь, Наташа, что у нас пол дырявый-то такой, а? Все, что не бросаем, все пропадает. Кроме подушки. Что ты хочешь? Хлеба хочешь? Наташ? Дричка, лати... Инопланетяне, верните хлеб, пожалуйста, я за него в пятерочке платил. Ты это видела? Ты, я знаю, что тебе вообще пофиг, до сих пор тренировка своей занимаешься йогой на дому. А никого... Наташа, тебя вообще не смущает то, что у нас в доме потолка нет и крыши? То, что мы с тобой живем на свежем воздухе до сих пор. Тебя не смущает, Наташа? И то, что у нас над домом буханка хлеба летает. Тебя... Да я вообще понимаю, что тебя ничего не смущает. Ты за 10 минут ролика до сих пор ничего не сказала. Наташа! Наташа, лови стул! Словила? Наташа, мы с тобой в баскетбол играем. Наташа, лови стул! Наташа! На! Смотри, я ее сейчас просто тут забаррикадирую. Чтобы она отсюда не вышла. Наташа, ты с этого дня ты будешь жить в туалете, Наташа. На, тарелку, тут еще тарелка есть. На, все, ты больше оттуда... А, вот где... Сковородка, я ее ищу. Что еще я могу туда сделать? Вот, держи. Да, держи. Так, что... Телевизор. Все, Наташа, мы больше с тобой телек не будем смотреть. Я тебя звал, ты не хотела. Что такое? Оу, что меня отбрасывает телек? Оу! Воу! На, все, больше ты свой дом 2 не смотришь, я тебе сказал. Даже не возмущайся там. Что еще могу взять? Опа! Вот это могу взять. Оп! Так, что еще? Это не я ура. Успокойся! Успокойся, девка! Я как бы все понимаю, то, что мы с тобой не лучшая пара. Нет, мы с тобой лучшая пара, просто ты слишком агрессивная. Я тебя тут забаррикадирую. Наташа, опять ты насрала в туалете, так хоть смывай за собой. Это не я был. Чё ты меня сейчас стрелки переводишь, Наташа, это не я был. Вот, я законопослушный сосед, я мою раковину. Это не я насрал. Так, хоры уже руками своими махать, я знаю, то, что ты у нас качок. Наташа, лови дом 2, опа! Опять! Наташа, молодец, словила хотя бы в этот раз. Слушай, ты такая агрессивная у меня, я просто не могу. Я тут... Заткнусь в угол, чтобы тебя... Я наказан, да? Будем стоять тут в уголку тогда, если... Меня наказали. Меня наказали, ну Натафа, ну я не хотел, ну Натафа, я не буду телевизор бросать за 40 тысяч рублей. Я знаю то, что я его поломал, но это был первый и последний раз. У нас тут еще одна проблема, я телевизор как бы выбросил.
А дом 2 продолжает идти. И не спрашивай как, я сам не знаю, в воздухе как-то. А хлеб летающий тебя не смущает, да? Угу. Прекрасно, прекрасно. Вот у тебя тут и беспорядок, конечно. Живешь как в свинарнике. Вот я постоянно убираюсь. Лови лампу. Лови стул. Вот постоянно убираюсь. А вот ты, Наташа, ты жопошница. Ты жопаш. Никогда не убираешься. Никогда не убираешься. Джеки Чан просто, Джеки Чан. Слушайте, я вообще, я в нее и телевизор бросал, и стулья бросал, и все, что только можно бросал. Наверное, игра какая-то про Терминатора. Вот просто у меня сосед Терминатор. Она никак не умирает. Я ничего... Наташа! Ну что ты не ожидала такое, Наташа? Иди сюда, лови нож! Опа! Она даже атаку ножом пережила. Как? Наташа! Ты что, из стали сделанная? Баба из стали? Опять ты... Вот все, все, хватит шутки про, про какашки. Это не моя стихия, это... Это зона и нашего знакомого Игоря, он про говно жопа любит шутить, я не такой. Короче, Наташа, я не знаю, что с тобой делать. Ты сам... Хорошо, что у нас диван тут есть, я хотя бы на диване посплю, ты там спи на своей кровати. Ненормальная! Сумасшедшая! А знаешь что? Ты мне надоела. Оставайся, живи тут сама. А я пойду выйду. В окно. Мне кажется, на этом уже можно закончить, потому что я понял, я так и понял, как мне мама всегда говорила, со мной действительно будет жить очень трудно моей будущей жене. Вы сами все видели. Я не знаю. Если ты хочешь больше таких роликов, таких игр и тому подобных развлечений, как в этой серии, я буду очень сильно рад, если ты поставишь лайкусик прямо сейчас. Опа! Чтоб тебе не попался такой сосед, как я. В будущем. Не, конечно. Ставь лайк. Напиши. Вот я даже не знаю. Ставь лайк, если ты хочешь, чтобы такой человек, как я, жил с тобой в будущем. Ну, если девушки, то чтобы так, у тебя был такой муж, допустим. А если мальчики, пацаны точнее, мужики точнее, то чтобы у тебя был такой сосед по комнате, с которым можно там апа в плойку четвертую поиграть, там телевизоры побросать по комнате. В общем, ребят, ставьте лайкосик прямо сейчас, мне будет очень приятно, если вы подпишитесь на мой канал прямо сейчас и нажмете на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.